Встреча прошла в дружеской обстановке. Спортсмены делились впечатлениями от последних соревнований, рассказывали о том, каким трудом им достаются победы. Каждый воспитанник реабилитационного центра получил приглашение в секцию тяжелой атлетики. Если удастся мне хотя бы одного человека убедить, доказать, исправить, для меня было бы большое счастье. О том, какие возможности предлагает город для молодых и активных людей, говорили с директором городского департамента спорта Сергеем Пелосяном. К примеру, сейчас физкультурой занимаются почти 140 тысяч сочинцев. Плюс ко всему на курорте развивается 74 вида спорта. Надеемся, что визит этих людей, которые уже добились в жизни многого, покажет, что нужно только взяться за себя, начать над собой работать, да, сделать очень большое усилие, перешагнуть, наверное, где-то через себя, но бросить эту пагубную привычку и, самое главное, заняться спортом. В Центре здоровой молодежи надеются, что такие встречи с чемпионами станут теперь доброй традицией. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.